Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы обладаете несколько неверными установками, связанными именно вот с построением личных отношений. Вы говорите, что значит, вам нечего девушке дать, потому что вы мало зарабатываете. И потому что вы бедный. А, в принципе, вам коллеги правильно сказали по поводу материального состояния, материального положения. Вот, не думаю, что имеет смысл мне как-то повторять данную теорию. Вот, скажу только лишь, что у вас изначально неверные установки о личных отношениях. Вы считаете, что значит, в личных отношениях важны материальные элементы, а тогда как действительно в личных отношениях больше важны духовные и эмоциональные. Это является куда более важным, чем любые денежные средства. Вот. Но основной вопрос заключается вот в чем. Откуда у вас ваши установки взялись? То есть, кто вам сказал, откуда вы взяли, что вы бедный? То есть, вообще, откуда взялся этот ярлык, что вы бедный? И кто вам сказал, что откуда вы взяли, что значит, если вы даже бедный, то вы не можете построить отношения с девушкой. То есть, либо у вас в окружении были такие девушки, которые только обращают внимание на материальное положение мужчины. Тогда, опять же, это не ваша ни в коем случае проблема, это даже не проблема девушек, это скорее просто-напросто культура. Это скорее установка уже именно самой девушки. И здесь, опять же, нельзя их как-то за это винить, потому что, если у кого-то такая установка, что поделать, ничего страшного. Вам важно понять, что главное для вас самого. Понимаете? Если материально, хорошо, добудьте материально. Тогда, сколько вам нужно денег, сколько вы должны зарабатывать, чтобы вы не считали себя бедным? На самом деле очень важный момент, потому что вот сколько бы вы ни зарабатывали, а если вы будете точно знать, сколько вам нужно денег для того, чтобы не чувствовать себя там как-то вот бедно, то вам будет лучше. Другое дело, что если вы чувствуете себя бедным, то, скорее всего, к сожалению, это чувство не пройдет. Потому что ощущение того, что вы недостойны, ощущение того, что вы хуже, ощущение того, что вы не можете, как вы говорите, дать девушке то, что ей нужно, оно, к сожалению, не исчезнет от того, что
вы будете больше зарабатывать, например. И вот это очень важный момент, что вы сами в себе не уверены. Предположим, что вы все-таки, вот предположим, что вы все-таки будете ориентироваться не на духовную составляющую, как вам сказали здесь мои коллеги, а предположим, что вы будете ориентироваться все-таки больше на материальное. Хорошо. Это ваше право. В этом нет ничего плохого. Это ваше право. Но я хотел бы, чтобы вы тогда понимали четко, и чего вы хотите, и то, как вы хотите, и сколько вам нужно для того, чтобы чувствовать себя, и чтобы вы стремились к этому, росли. Вот вы говорите, у меня там, я работаю там менеджером обычным, и там получают такую сумму. Считаю себя бедным. Хорошо. Что нужно сделать для того, чтобы вы работали не обычным менеджером, а кем-то другим? Подумайте. Вот именно этот вопрос и постарайтесь решить для себя. А то получается так, что вы недовольны своим положением. Значит, своим положением вы недовольны, но при этом вы и ничего не делаете, чтобы его изменить. Вы говорите, у меня нет собственной квартиры и машины. Хорошо. Подумайте, что для этого нужно сделать. Что для этого необходимо сделать. Начните как-то действовать в этом направлении. Если вы считаете, что вы не можете, если вы считаете, что у вас не получается, если вы считаете, что там, допустим, где-то все в будущем и прочее, ну, опять же, хорошо. Но тогда почему это мешает вам сейчас встречаться с девушкой? Вы думаете, что она вас не поймет, вы думаете, что она вас не примет. Но если вдруг вы станете более богатым, и она вас примет и поймет, не будете ли вы думать о том, что она принимает вас не таким, какой вы есть, а другим? Вот это, я думаю, является здесь очень важным моментом. Ну, на мой взгляд, это является очень важным моментом. Потому что вот, вы не принимаете себя. Это тоже, кстати, очень плохо. Что вы не принимаете себя. Что вы вот, вы говорите, я бедный, я ничего не могу ей дать. А вы всех девушек, например, относите к тем, которые, ну, вот, например, только на материальную завязку. Неужели вы считаете, что абсолютно все девушки интересуются, в первую очередь, материальным достатком мужчин? И можно ли нормальные отношения построить на материальном достатке? Ну, можно ли нормальные отношения построить на материальном достатке? Что это за тогда вообще организация взаимоотношений такая, интерес получается? Вот. Что у вас за ценности? Тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что вот, как вот вы говорите, да, что вот, я ничего не могу своей девочке дать. А вы считаете, что мужчина может дать только материальную сторону. А духовно как быть с этим? Или вы не считаете, что духовно это вообще про вас? А если так, то почему вы не считаете, что духовно это про вас? Почему вы считаете, что вы девушке можете дать только материально, опять же? А хотели бы вы дать девушке что-то другое, что-то духовное, что-то более эмоциональное? Если хотели, то хорошо. Давайте тогда подумаем, что нужно для этого. Что нужно для того, чтобы дать девочке что-то другое.
Но об этом нужно думать, понимаете, нужно развиваться вам. Нужно развиваться духовно. Нужно развивать и стараться как-то приумножать свои мужские качества. Ну, пытаться это делать. Вот. Это все очень важно. Именно вот в такой последовательности действовать. В такой последовательности идти. Как я хочу. Что для меня ценно. Что для меня важно. Что я считаю главным. Вот на это нужно внимание заострять в первую очередь. Далее. Вы говорите, что у меня нет девушки. Вот вы говорите, что я не могу найти девушку. А что значит я не могу найти девушку? Вы как ее ищете? Где вы ее ищете? Что вы делаете для того, чтобы ее искать? Как у вас вообще вот этот вот процесс поиска девушки налажен? Это вот тоже очень важный момент на самом деле, чтобы вы четко понимали, правильно ли вы вообще девушку ищете. Потому что вот у меня, например, есть подозрение, что вы ее, ну, не совсем правильно ищете. Есть подозрение, что вот вы просто прям пытаетесь ее найти. А при том, что девочку искать не надо. Нужно с людьми общаться. Нужно быть для людей кем эти люди, ну, объективно, например, хотели бы вас видеть, или желали бы вас видеть, или тем, кто нужен им на именно духовном уровне. Понимаете? Если мы не берем в расчет то, что вам уже сказали. Вот это все важно. Мужское поведение, эмоциональное поведение, ваши ценности, которые у вас, к сожалению, ну, судя по тому, что я вот вижу, да, которые у вас, к сожалению, вроде как завязаны довольно сильно, серьезно на эмоциональной сфере. То есть на материальной сфере, прошу прощения. Вот. И это ваши ценности. И именно потому, что у вас такие ценности, вы не можете найти девушку. Вы не уверены в себе. Вы сомневаетесь в себе. Вы материально пытаетесь заполнить все свои личностные проблемы и конфликты, которые у вас есть. И из-за этого возникают трудности. Поэтому здесь я рекомендую вам подумать как следует над всем, что я сказал вам. Вот, чтобы все-таки понять, что же вам нужно, что для вас ценно и в какую сторону вы будете двигаться. Если в сторону материального, то, соответственно, нужно развиваться в этом направлении. Если в сторону эмоционального, соответственно, нужно также в этом направлении развиваться. А то получается ситуация, при которой вы как бы топчетесь на месте. И если вы топчетесь на месте, то, соответственно, опять же, для чего вы это делаете? Вот и все. Кроме того, многих девушек интересует именно перспектива мужчины. Именно перспектива. То есть, что у вас будет дальше? Что у вас будет именно в перспективе? Вот об этом подумайте. И все-таки старайтесь расширять свое восприятие. Свой кругозор. Ну и девочек, соответственно, старайтесь даже не искать, а на девочек старайтесь обращать внимание, на таких, как цены отвечали вашим ценностям. Вот. Ну а для начала нужно определить, что это за ценности ваши.
и от этого уже отталкиваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!